В этом видео я хочу рассказать о ферментации табака в самом простом способе. Берем пол-литровую банку, резанный табак и примерно 21 грамм яблока. Ложим в банку. Закрываем герметичной крышкой. И ставим на батарею на 2-3 суток. После чего табак становится более мягким, с привкусом и запахом яблока. То есть вкус табака меняется. Второй способ: на 5 литров табака ложим, вливаем вина, 100 грамм, перемешиваем и ставим на 2 недели на батарею. Получается еще более мягкий вкус. Допустим, если вишневое вино будет, то табак будет с вишневым вкусом.